подбор частот колебаний оказался довольно серьезной проблемой. Все подопытные, прошедшие через портал, возвращаются измененными. Майн Гот, здесь шпион! Защити меня! Найн, герр доктор, это вы меня защитили! Ты увидишь, какого могущества суждено достичь великой армии Рейнджа!
По поручению Золотого Рассвета я отправился в госпиталь, недавно занятый нацистами. То, что я там обнаружил, поразило даже меня. Ученые Рейха начали создание механически усиленных невидимых убийц. Там же оказался и портал, который я видел на раскопках. Он ведет в измерение Черного Солнца и превращает людей в чудовищ. Я прекратил жестокие эксперименты, но не сумел полностью уничтожить портал. Отряд в атаку! Да,
Рад, что вы здесь, агент Блашкович. Рад вас видеть, Биджей. Вы не поверите, сколько всего эти тулийцы понаписали. И, конечно же, мне придется все это переводить. Дикие существа, которых вы видели на подземной базе, это гемайн, нюхачи, как их называют нацисты-охранники. Они появились в результате экспериментов с тулийским порталом. Они могут чуять энергию черного солнца. С их помощью нацисты отбирают чистейшие из производимых кристаллов. Всего доброго, агент Блашкович. Эй, ты! За свободу! Хороший выстрел! Обеспечьте огневую поддержку! Командующему! С возвращением, Биджей. Ты неплохо работал в церкви. Это замечательно, Биджей. Генерал Цетта просто в бешенстве. Конечно, это значит, что тебя застрелят на месте. Я на это уже поставил. Знаешь, что это значит? Мы застали их врасплох. Мы им навредили. Это хорошо. Ты или счастливчик, или безумец, раз сам лезешь в петлю. Все равно, с возвращением. Некоторые части уничтоженного тобой устройства были доставлены с заброшенного консервного завода в Эйзенштадте. Придется тебе выяснить, что к чему. Это все, Биджей. А, я хотела сказать, что к нам присоединяется все больше людей. И во многом благодаря твоим подвигам. Спасибо. Герр Блашкович,
Похоже, уничтоженное тобой устройство было собрано из частей, о назначении которых мы можем лишь догадываться. Однако это было не оружие, скорее некое средство для передачи энергии. Но какую же энергию нацисты могли получать в старой церкви?